Профессор Преображенский, Швондер и Шариков, герои знаменитой повести «Собачье сердце», на этот раз предстали перед зрителями в виде анимационных иллюстраций. В культурном центре «Артишок» открылась выставка московской художницы Александры Павловой. Эта подборка графических листов стала ее курсовой работой в ВГИКе, после чего попала в Московский музей Михаила Булгакова. Это ее видение к произведению «Собачье сердце» анимационного фильма. Она студентка ВГИКа, и, соответственно, это была ее курсовая работа. Ну и, конечно же, ее экспозиционное решение, ее взгляд оценили, и, соответственно, это стало экспозицией такой постоянной, и с нами коллеги поделились этой экспозицией. Драка, зловещая тень Шарика, Шариков за чтением переписки Энгельса и Каутского. Названия иллюстраций говорят сами за себя. Все работы художницы полны юмора, динамики, смелости и гротеска. Познакомиться с рисунками Александры Павловой можно будет до 29 марта 2020 года. Посетить музейно-выставочный комплекс можно бесплатно со среды по воскресенье.